Владимир Путин посетил церемонию поднятия флага Паралимпийских игр в Сочи. Они открылись в этом черноморском городе-курорте в пятницу 7 марта и продлятся неделю. Российский президент назвал верхом цинизма попытки западных политиков сорвать проведение соревнований из-за вмешательства Москвы в кризис вокруг Украины. Паралимпийцы из этой страны объявили о решении все-таки участвовать в играх после того, как встретились с Владимиром Путиным. Впрочем, они готовы покинуть Сочи, если Россия начнет военную операцию у них на родине. В знак протеста против политики Кремля в отношении Украины присутствовать на открытии игр отказались официальные делегации большинства стран Запада. Впрочем, лидеры некоторых государств, в частности премьер Польши Дональд Туск, заявили, что бойкот Паралимпиады будет неэффективным и никак не повлияет на ситуацию в Крыму.